Мы сегодня на уроке говорили о трех правдах, трагически сталкивающихся в финале пьесы. Это правда Бубнова, правда Луки и правда Сатина. Вы сейчас попробуйте решить проблемный вопрос, работая в группе. Каждая группа будет отвечать за свою правду. Но попробуйте так ответить, чтобы это действительно доказать, что вы бубновская правда. Дальше идет правда Сатина. Ставьте себе мысли, да? И правда Луки. Вот вам даны три вопроса. Вернее, два вопроса я читаю. Поставьте прошу. Примерьте правду героев Горького на вашу реальность, на нашу реальность. Представьте, перед вами девушка, одна из учениц класса, которая всегда училась на 4 и 5, и вдруг написала ЕГЭ по русскому языку на 2. Помогите ей, исходя из правды героев пьесы, пережить этот трудный момент. А второй вопрос, это уже индивидуально. А какой правды придерживаетесь вы? Почему? Все обсуждение в группе началось. Спасибо.